секулярный мир и религиозность. За этими такими научными словами скрывается такая идея взаимодействия, или наоборот не взаимодействия, а противостояния, так скажем, двух миров. Мира религиозного, совсем не обязательно, что он такой сугубо церковный, но, скажем так, христианского мира, лучше мы так скажем, и мира, который любыми способами и средствами отдаляется от церкви. Секулярный – это значит отделенность, отделенная от церкви.